Привет, друзья. Мой толстый слендер немного пострадал, но ничего. Так вот, в прошлый раз видео озвучивала баба из переводчика. Так, для пробы. Дальше будет как всегда. И это будет самое длинное на данный момент видео по оригиналу с полочником на моем канале. Ну так вот, я думал, почему оригинал могли удалить. И кажется, нашел ответ и могу полностью рассказать историю оригинала. Начнем с появления. В 2000-х годах один мужик, которого мы называем автор, делал свои дела. Он заметил, как его окно заслоняет палка, как ствол дерева. Он успевает включить камеру, когда в окне остается щупальце. Потом он нехотя подходит к окну и видит, как на земле стоит двухметровый человек. Палочник начинает идти вперед по дороге к грузовику, который стоит у подъезда. Существо начинает немного увеличиваться. Потом тянет руки к стене. Рост останавливается у третьего этажа. Потом палочник чуть-чуть укорачивает задние ноги. Если доверять фото и считать, что палочник поднимался головой вниз и немного удлиняет руки. Потом он резко уменьшается и достает руками до второго этажа. После чего автор говорит, оно уменьшается. Дальше палочник поднимается, втягивая и увеличивая конечности. Вроде бы больше ничего интересного, но автор наконец-то начинает хоть что-то соображать, включает свет, и будет женщину, которая спит рядом. Автор сказал: «Просыпайся, одуванчик». Некоторые путают эти слова с «я снимаю это ночью», или не замечают вообще. А девушка, конечно же, в 3-4 часа утра хочет спать и просыпается не сразу, но из-за включенного света ей встать легче. Она встает с кровати и видит своего родственника с телефоном. Она подходит к нему и от ужаса кричит, ведь видит, как тонкий человек разворачивается головой вверх. А пока девушка просыпалась, палочник заметил, что во всем доме загорелась одна единственная лампочка. И кто знает, как точно выглядит палочник. Может, у него глаза на жопе, и они зоркие, как у сокола. В общем, палочник замечает автора и разворачивается головой вверх. Автор понимает, почему голова палочника, а может быть и жопа, смотрит в его сторону и говорит, что палочник его заметил. В момент окончания разворота палочника, девушка замечает его и кричит. И на этой 44-й секунде видео не заканчивается. Палочник перемещается по дому. Автор пытается его снять на телефон, но балкон мешает. И палочника не видно. И не из-за того, что палочника не видно, в более популярном, чем оригинал, реверсе видео обрезали до крика. Кстати, аудиодорожку никто задом наперед не проигрывал. Реверс сделали только из видео. Ну так вернемся к обрезке. Видео обрезали не из-за того, что там больше ничего интересного не было, а почему, сейчас узнаете. Палочника больше не видно. Автора это пугает еще больше, девушка от страха убежала. Возможно, за ножом, чтобы убить палочника, либо рассказать все соседям, либо спрятаться, либо она так испугалась, что решила выпрыгнуть из окна. Возможно, исследовательская группа действительно установила, что в этом районе пропадали или умирали люди, и два человека пропали в одну и ту же ночь. Это могут быть автор и та женщина. Конечно, она могла не отходить от автора, но я бы, если бы мне пришлось бы так обосраться, что даже крик вырвался бы, я бы сбежал нафиг. Ну а пока автор остался один, палочник добирается сначала до того балкона, потом до автора. Автор наверняка заматерился от ужаса, ну а палочник, уменьшаясь, влезает к автору в окно. Палочник убил автора. Телефон упал и снимал батарею. Но память в телефонах в 2000-х годах была не очень велика, и в конце концов память закончилась. А раз закончилась память, значит и видео. Потом в квартиру вошли родственники этого человека. И они обнаружили его и ту девушку мертвыми. Конечно, им было грустно, но видео кто-то все-таки выложил на YouTube в 2009 году. Скоро этот канал забанили из-за того, что в этом видео так много жестокости. Потом в 2010 году это видео появилось снова. Там уже обрезали до крика. И это видео, хоть и было на YouTube не очень много его, все-таки посмотрело больше людей, чем в первый раз. Это видео все же удалили.
Зачем, я не знаю. Но потом это видео пустили задом наперед в 2011 году. Правда, никому не понятно, нафиг реверс сделали. В кирпиче больше смысла, чем в решении пустить видео задом наперед. Потом те мужики или все-таки программы, которые банили канал с оригинальным оригиналом, вспомнили тот жесткий оригинал. И забанили создателя реверса. Потом все, кто выкладывал в сети это видео, заметили, что на YouTube это видео никто не заливает. Некоторые знали о жести видео и удалили его из интернета, некоторые просто испугались, потому что ролик отовсюду удалили. Те, кто стали популярными в интернете благодаря ролику Station 922 МКВ, решили удалить ролик с компьютеров. А пока ролик с реверсом еще был на YouTube, один баран сделал крипипосту про ролик. Именно про обрезанный реверс. Крипипоста была не такая жесткая, ее трогать не стали. Но этой зимой я читал еще одну крипипосту, где, если всему доверять, то это автор двух снимков. Эти два снимка. Вы сейчас можете думать, что это за баран, который оставил нам 3 фото, а не 30. А я вам скажу, что этот человек сделал только 2 фото, а то, где палочник у верха дома, это скриншот из оригинала. А нафоткать 30 кадров он не смог, потому что фотик фокусировался на отражении в окне. А также он заявил, что действительно обрабатывал фото в фотошопе, но только чтобы осветить фотографии. Эти фото появились в сети в 2010 году. Потом кто-то подумал, где оригинал или оригинальные фото, и сделал этот кадр. Выглядит на фото палочник нереалистично. Как деревянная кукла. Шло время. Наступил 2013 год. Крипипосту прочитал один мужик с Ростова-на-Дону. Он в это время изучал программу Blender 3D и решил попрактиковаться. Он сделал палочника. Палочник был желтый. Этот человек сделал видео, но не смог наложить на него палочника. Поэтому он сделал фото своего дома и использовал картинку, чтобы сделать текстуры. Дом был без крыши, за кадром ничего не было. Палочник лез не с крыши дома, а из дома. Автору удалось стать популярным, ну или не ему, а его ролику. Был тот же 2013 год. В сети появились 2 новых фото с палочником. Вот они. Были они в сети недолго. Примерно 2 часа. Потом автор фоток сказал, что это фейк для тупых школьников, и что это все из фотошопа. Да, он сказал фотошопа вместо фотошопа. Шло время. В нете появилось фото якобы из оригинала. На нем запечатлен момент, где автор отходит от окна. И нам виден весь дом, где сняли видео. Но автор сказал, что взял фото, где совмещены все кадры из оригинала, размыл их и приделал несколько полос. И сказал, что это тоже из фотошопа. Некоторые люди хотят славы, некоторые хотят найти оригинал с палочником, а Антон Терехов хочет славы после нахождения оригинала Station 922 МКВ. Поэтому он сделал сначала фейковый кадр, что-то вроде того, где палочник размером с 3 этажа, а сам кадр сине-фиолетовый, как этот. Его кадр — это не граница его возможностей. В этом 2019 году он выпустил целую кучу отрывков из оригинала. Некоторые можно было найти на моем канале. И до сих пор можно. Когда-то у меня было отдельное видео с кадрами, но группа ST922 попросила его удалить. Но это видео есть на моем компьютере. Перед вами это видео с фейковыми кадрами. Также до этих работ Антона было одно фейковое видео, которое есть в отрывках. Это оригинальная секунда. Но все-таки это фейк. В 2018 году группа ST922 нашла дом и даже квартиру, где сняли пропавшие видео. Дом находится по адресу Пермь, улица Веселая, дом 1. Номер квартиры нам неизвестен, но мы знаем, что она находится на 8 этаже. Всего в доме 9 этажей. И если кто-то верит всему, что сказано в крипипосте, то знайте, автор снимал не соседнюю многоэтажку, а свою же 9-этажку и кусочек балкона. Плитки на фото дома кажутся маленькими и невозможно, на первый взгляд, представить, что на балконе они такие большие,
но на самом деле на одном этаже три плитки. Две плитки на этом фото попали в кадр. Если давно в 2000-х годах действительно девушка побежала к соседям, то они должны были сходить в ту квартиру. Они могли увидеть полочника в помещении рядом с убитым автором и надолго запомнить эту ночь. Они, конечно же, вспоминать ее не хотят. И поэтому игнорят или в ЧС кидают группу СТ-922. Конечно же, события могли быть другими. Например, полочника убили ножом. Или из квартиры успели сбежать. У меня на канале не всегда правда. Чаще всего это теории. Как здесь. Это первое видео такой длины по Station 922 МКВ на моем канале. Если вы хотите другие ролики с полочником такой длины, пишите в комментариях «хочу». Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Чё, видео не понравилось? Тогда ставьте дизлайки и пишите в комментариях, что именно вы не хотите видеть на моем канале. А про подписку я серьезно. Ну что ж, пока, дорогие друзья. Пожалейте в комментариях моего слендера.